Итак, всем привет, это 27-я серия нашего прохождения игры Неох. Мы все так же в третьем регионе. Собственно, у нас новое сюжетное задание. Демон горы Хирей, аж 62-й уровень. Аж 4 меча по сложности, хераси. Что-то как-то жестко. Здесь вот, например, было 2 меча. А здесь вообще один меч. Серьезный такой скачок, на самом деле, что 2 меча, что 4. Значит, нам тут попец-то будут рвать, я так понял. Так, ну я что хотел? Я хотел прочесон сменить. Я же тут за кадром, собственно, набил еще одно очко кузнеца и открыл прихмахерскую. Да, теперь я могу прихмахерскую сделать. Смена. Самурайский пучок. Блин, в натуре, ну что это за фигня? Я думал, тут можно любые выбирать. Например, я бы хотел, чтобы он был лысый. Серьезно. Наш конгский хвост. Пиратская гулька. Не знаю. А что по бороде тогда? Легенькая, большая. Вообще никакая. То есть, я так понимаю, нужно еще вкачивать в прихмахера там, и тогда новые прически, что ли, появятся. Я не хочу ничего такого. Еще хочу вот попробовать предмет экипировки. Так, книг копье. Двойную катану хочу. Вот эту вот. Ну, 380. Так, материалы. Вы видите предмет экипировки. Так, 51 у меня есть 51. У меня нет 51, у меня есть 52, например. Есть 50. Вот этот, например. Уровень 54 будет. Но он будет хуже. Да, он будет хуже. Так, давай тогда другой. Вот этот, например. Тоже хуже. То есть уровень поднимется, привычность сбросится, но атака будет хуже. А зачем мне это вообще тогда? Ага, вот здесь вот. Здесь вот уже другой разговор. Но огонь будет меньше, чем у меня. У меня потому что огонь плюс 11. Парирование плюс 18. Это мне вообще не нужно. Снижение затратки. Ну, вообще, по-любому хуже. Чутка он будет получше. Да, вот так вот можно выбирать. Вот эти вот можно. Но это так себе. Это вообще какой-то... Херня, короче. Слиять ничего не буду. Мне это не надо. Можно, конечно, экипировку послиять. Про броньку, например. А где то, что я ношу? А вот. Так, скажем, он 48 уровень. Вот это, если я сделаю, вообще ничего не даст мне.
А ну вот что-то дает. Чуть-чуть побольше. Защитный эффект даст. 89, 90, 92, 94. 94. Жизнь, ну это все фигня. Снижение урона фигня. Пусть будет. Против пролома. Зарабатываемое золото мне вообще не нужно. А давай. Во, теперь у меня 94 будет. Так, выберите предмет, давай тогда. И вот это прокачаем. 138. Вон, 162 будет. Давай. А чё нет, как говорится. Я уже привык как-то к этой одежке. На 808 будет, почему нет? Где тут мои штаны? Вот мои штаны на 115. 127, 130. О, 130, давай. Так, это вот мои, да? На 86. Так. Так, 90, 92, 92. Пусть будет. Так вот это делается, да? А чё нет? Маячок в слиянии. Титу. Томы... О, ну Томы есть очко. Какая прелесть. О! 4, да? Сразу. Так, ну-ка. Так, ограничение набора давай один. Так. Дополнительные специальные предложения не надо. Скидка на услуги, давай. Может быть, новые причесоны появятся. Скидка на ковку. Объем запасов у меня прокачан. Дополнительные специальные предложения. Не знаю, зачем это мне нужно. Давай еще скидон на парикмахера. Пусть будет. Ну и пусть будет вот это вот. Тогда уж. Ок. Так, ну это она все повторяет. Окей. Так, и получается у меня по экипировке теперь... Да, то же самое, только оно теперь покруче. Угу. Да, вообще. Ну да, тут как бы у меня эффекты послабже, но зато защита покруче. Все равно я не вечно буду носить эту броньку.
И чё у нас? Я хотел посмотреть, не появились ли новые прически. Нет, не появились. Я надеялся, что появятся. Но видно зазря. Это все, что есть. Но эти прически мне не нравятся. Тык-тык-тык. Хотя там вроде ачивка за смену прически. Давайте все-таки тогда сменим. Вот на эту вот. Хотя бы пусть будет так. Да, вот. Модник. Приз получен. Пусть будет хотя бы ачивочек. Так, чайный домик с кланами я так и не разобрался, в какой вступать, в какой нет. Но это и фигня. Новые предметы. Старые предметы. Не знаю. Ладно, все, в принципе, тут. Давайте вот сюда сходим, да, в первую очередь. 52 уровень. Здесь у нас 56 уровень. Вообще никакущий, смотрите. Уровень задания один мечик. Ладно, а здесь три меча. Но 52 уровень, как бы. Охот на демонов. Так, наше владение в последнее время просто-таки заполонили Йокай. Люди страдают, если бы речь шла не об этих монстрах, я бы пошел в бой вместе с тобой, но... Сэр Адзин, могу ли я положиться на тебя? Трусишка. Конечно, трусишка. Для этого мы, собственно, тут и... Так, думаю, увидел... Эту поговорку мы читали. А чё это? Это дуэль, что ли, какая? Или нет? Давайте помолимся. Так, что у нас там за дух новый? Та-та-та-та-та-та-там. Так. Это вот это вот, что ли? А я... Да вроде нет. Нет, вот это вот моё-то. А! У меня что-то интересная вещь произошла. Я забыл про это сказать. У меня теперь вот этот вот дух, он прокачан, поскольку я этого муженька Гентийота завалил. По сути, я теперь могу пользоваться двумя щеночками, и он довольно-таки мощный стал. Он и посерьезнее, так это усиление атаки тоже 15%. Молнии гасит на 42%. Это замедляет противника. Длительность у него на 2 секунды больше, почти на 3. И, собственно, по остальным характеристикам он лучше. Кроме действия. Действие у него С+, а у нашего быка Б+. Ну и наш бык почти на 400 очков сильнее. Но зато тут урон ближнего боя Йокай плюс 15%, если чё. Это будет круто.
Так, перемещение быстро. Жизнь, правда, упадет очень сильно. Так, а вот этот тот, что у нас дает? Так, шляпа. Еще какая шляпа. Так, а вот это вот можно попробовать вот с ними походить, с этими собачками. Посмотрим. А то все бык да бык, бык да бык. Бык, бык, бык. Он, по идее, будет набираться быстрее. Так, и что тут у нас? Так. Много народ тут подохло. Херася тут. Что-то вообще тут жестко все. Так, надо вот идти. Ну что, так бешеный какой-то. Так, подожди. Его надо гасить. Ай. Из нижней стойки. Так, все, у меня зарядился. Так, ну тут больше... Да, быстро зарядился дух. Сейчас посмотрим, насколько он хорош будет. В бою-то, я так понимаю, это еще ни хера не конец. А народ тут что-то дофига подохло. Как ни странно, здесь вроде как ничего страшного-то нет. Ну, пока, по крайней мере. Конкретный, куда мне дальше. А, вон туда, что ли? Да, получается, сюда. Пошли посмотрим. Здесь еще больше народу подохло. Так. Мощный, мощный дух. Смотри-ка, насколько. А вот это вот не очень хорошо. Два колеса сразу. Чалька.
Нет. Ой. Засранцы. Так, минус один. Теперь будет полегче, по идее. Что еще? Да. Так, а мне вот интересно, я могу сохранять? Давайте проверим. Там алтарь все-таки поставлен. Могу ли я пойти и сохраниться? Заодно жизнь восстановить там и все такое. Я думаю, что не появятся больше здесь противники. Так же, как на мосту. То есть тут как бы этими волнами зачищать надо. Аренами. Да, нет никого. Что и требовалось доказать. Да, значит, мне куда теперь? Могу пойти сюда. По-моему, еще могу пойти вот сюда куда-то. Да. Странно, но я пойду туда. А, нет, я не могу сюда идти. Он не может по такой склону подняться. Так, водычка. Тут что-то народ дофигеша. Подохло-то. Серьезно, ты? Ну я помню против тебя тактику-то. Ой. Да что ж такое-то? Я все время забываю. Он будет метать. Давай ты упадешь, как бы, да? Ау. Подонок. Еще будут?
Нет, задание выполнено. Ну и норм. Нет, хороший дух. Мне нравится. Тем более земля, это, конечно, хорошо. Но, собственно, молния, она замедляет противников. Пока можно и с ним побегать ради разнообразия. Так, меня прозвали Красным Демоном, но кто я такой по сравнению с воином, бьющимся с настоящими демонами? Возможно, однажды мне доведется сразиться с тобой и испытать мои навыки обращения с копьем. Не надо. Ты Наумаса. Трусишка. Мы с трусишками не деремся. Так, Красный... А, ну вот он и как раз хочет, да? Подраться. Красный демон и... Блин, я не хочу дуэль. Не, ну мы попробуем, конечно, но что-то как-то я считаю, что... Что он нас порвет. Амриты. Пробовать, не пробовать. Давайте попробуем. Час пробил. Мое сердце не может дождаться начала дуэли. Сразимся в дадзё. Честный бой между двумя воинами. Я согласен. Он спросил, ты согласен? Я ответил. Только ведь ты ведь будешь драться нечестно, чувак. Ты наверняка будешь, блин... У тебя, наверное, здоровье 1010. И будешь ты мне сносить одним ударом по 3000. Так, где ты, морда? А, вон ты. Вижу тебя. Устроим ему нежданчик. Ты, ё-моё. Нет, ему не... Да, вроде не очень так. Слушай, это будет жестко. Надо от него уворачиваться. Да, убил. Фига себе. Он сразу выносливость выбивает на раз просто. Он так-то ничего из себя не представляет, если честно. Давайте... Так, а где у меня мой бык? А, быка-то тут нет. Ну, в смысле, чтобы все... Нет, есть. Мои собачки. Давай по-честному попробуем. Да, может быть по-честному.
Только надо очень... Не надо перед ним стоять, надо ему за ногу... Твою мать! Одним, сука, ударом, смотри-ка, снес всю ХП. Всю ХП. Одна ошибка и пипец. Ах ты сука! Тихо ты, ёб твою мать! Ах ты, сука!
подходи. Вы не поверите, сколько времени я на него потратил. Блин, пипец, я все эликсиры просрал, пока понял, что его надо это самое... Ну, я сразу понял, в принципе, против него тактику. Короче, надо подходить к нему на расстоянии удара, заставлять его промахиваться, а потом бить его в блоке с определенной амплитудой. То есть он, когда начинает из блока выходить и замахиваться копьем, он ненадолго открывается. И в этот момент его можно гасить. Но тут все упирается в выносливость. То есть надо за своей стаминой очень внимательно следить. Потому что долбишь по блоку, он начинает выводить на контратаку. Выходить, вернее, на контратаку. И в этот момент его можно ударить еще раз. Поэтому нужно просто барабанить ему по блоку до тех пор, пока выносливость не кончится. Ну и при этом начинать атаку лучше всего, когда он проводит свою атаку и промахивается, тогда он открыт. Жесть. Омигото де гозаймас. Киден но самурай тоште но чикара. Митоменеба наримас май. Нам дадут какого-то духа. Иеясама. Вага ха, Наотара тоно энищи га юэ ка. Сэшша ни, хомаре такаки, аказонай о макасете кудасару. Коно Наомаса, соно шин ни котай. Тот самый красный самурай, в четвертой части за него я играл. Гиона-сан! Смертоносное копье. Надеюсь, нам этот дух поможет. Пу. Не, ну я много потратил, много эликсиров потратил, но это все фигня, это все накопится потом. Главное, что я его завалил. Я думаю, что из его из нижней стойки неплохо валить. Потому что вот, когда на скорость надо рассчитывать, а здесь именно надо рассчитывать на скорость и на малые затраты выносливости, то как бы тут этот самый лучше нижней стойки не придумаешь. Я не ожидал от тебя ничего иного, сэр Анзин. Кто бы мог подумать, что ужасный красный демон потерпит настолько сокрушительное поражение... Впрочем, это лишь заставит меня удвоить усилия. Надеюсь, нам еще доведется скрестить клинки. Нет, мужик, я с тобой больше драться не буду. Так, я тут за кадром... Ну, получается, что за кадром прокачал себе уровень. Я просто забыл нажать на кнопку записи, оказывается. Короче, я поднял себя... Этот самый... Еще магию на однерку. Ну, использовал там этот камень души или типа того, что-то такое.
У меня еще куча всякой фигни. Но это значит, что я уже устал. Вот что это значит. Поэтому я думаю, что на этом мы серию завершим. Пусть она будет коротенькой. Но просто на того чувака, на этого красного демона, блин, я столько времени и сил душевных и физических угрохал, прежде чем его одолел, что я уже устал. Поэтому злоумышленников оставим на следующую серию. Всем спасибо за просмотр, всем пока.